Ну, с чего начнем? Вон с того сооружения. А, со сторожевыми башнями? Да, посмотрим, что они там сторожили. Согласен. Это... У меня дар речи пропал. Я просто охреневаю, Нейт. Говоришь, дар речи пропал? Как думаешь, сколько они все это строили? Годы? Десятилетия? Как им удалось сохранить все в тайне? Жаль, что Алькасар другого мнения. Вот обязательно нужно кайф сломать. Кайфом? Но мы сюда по делу пришли. Поверь мне, про дело я помню. Да и так, к слову. Ну ладно. Еще можно прочесть. Эй, Сэм, посмотри. Кузница. Здесь делали сабли. Защищайся, пёс! Класс. Я просто... Ну да, я понял. Ну, как раньше. Да, да. Тоже мне пират. Они торговали с другими колониями? Если да, то не на этом острове. Иначе про них... Конечно. Thank you.
Эй, смотри, здесь жили семьи? Да. На небо их забрали, что ли? Капитан Эвери, давненько мы вас не видели. Эй, Нейт, посмотри! Что это за символ? Я видел пару таких, когда искал тебя. Так кто тут ставит метки? Это чья-то печать? Нет, я такой не знаю. Может, захватчики? Наверняка у этих людей были враги. Логично. Сюда, за мной. Эй, Сэм, сюда! Здесь что-то есть. Похоже на убежище. Да, но от кого они прятались? От самих себя? Смотри, похоже на схему торгового квартала. И... вот, вот наше сокровище, в этой башне. Что они задумали? Снова этот символ? Да. Знаешь, если символ оставили захватчики, мы бы не нашли его в подземном убежище. Да. Может, тут не все было гладко? Тайные общества, заговорщики? Это вполне возможно. Как мы выберемся. Там внизу виден свет. Охренеть. Эй! Тут тоже колония. Thank you.
нас еще не заметили. Пусть так и будет. Ладно, не высовывайся. Хотел сказать тебе то же самое. Они нас видят! Я тебя устрою! Это не последний бой. Они ищут нас или сокровища? Сокровища. И нас. Thank you.
не здесь! Как держать, брат? Или это все? Это все. Ты как? Ничего, запыхался. Давай, Сэм! Эта штука прочная? Не прочнее всего остального. Ясно, значит, нет. Ладно, ладно, иду. Эй, впереди наши друзья. Разваливается. Берегись, ты можешь опрокинуть все здание. А вы занимались таким раньше? Нет. Взяли, сграбили деревья. Такое первое. Thank you.
спрячешься! Дружно! Ну, все. Пока да, но лучше поторопиться. Сюда! Помоги мне. Ага. Готов? Готов. Сейчас. Давай. Спасибо. Осторожно, тут высоко. Да, я вижу. Так. О, черт! Осторожнее вначале. Обалдеть. Да. Там проблема с лестницей. Справимся. Вперед. Там у тебя дела. Роскошный вид. Так, теперь что? Верь мне и делай, что говорю. Thank you.
вроде того. Теперь мы точно в богатом районе. Но это не жилые дома. Думаешь, тут были их органы власти? Пожалуй. Градостроительный комитет Либерталии. Да. Может, и налоги были? Как знать. Господи. Пушки, баррикады. Что произошло? Какая-то битва. Вопрос риторический. Да. Но вот кто с кем сражался? И почему? А у этих даже вроде униформа. Будто солдаты. То есть колонисты против солдат. И если наверху сокровищница, получается, кто-то захотел забрать сокровище. Да, надеюсь, им это не удалось. Да. Ого, впечатляет. Помочь? Да.